Сделай глубокий вдох. Расслабь свое сознание. Позволь ему дрейфовать во что угодно, что ты выбираешь. Используй эту возможность восстановить свою свободную волю. Мечтать широко. Воссоединись с чем-нибудь, что уникально для тебя. Это не должно быть ничем, что я говорил или объяснял ранее. Это может быть абсолютно уникальное явление, которое ты раньше не видел, не слышал. Или это может быть настолько стандартным, как безусловная любовь. Неважно. Что бы то ни было, что зажигает тебя, что вдохновляет тебя, что кажется самым легким, куда ты хочешь причалить свое сознание. Чем ты хочешь стать больше? Что чувствуется на самом деле актуально, приятно для тебя? Кем бы ты хотел быть? Как часть индивидуации всего? И просто перенеси свой фокус, свое внимание в это состояние. Этого вибрационного естества, этого вибрационного образа, этого вибрационного поля, этого вибрационного ощущения, бытия. Это очень красивый способ выразить бесконечность, слить свое сознание с чем-то, что чувствуется абсолютно хорошо, целостно хорошо. Позволь этому дать себя почувствовать еще лучше. Еще лучше. Еще лучше. Думай о чем-нибудь, что дает тебе почувствовать себя еще лучше. Ты начинаешь чувствовать это. Что значит, что стадия медитации начинает включаться. Это чувство становится более живым, более естественным. Оно начинает интегрироваться постепенно в твое вибрационное поле. Это чувство начало загружать альтернативную реальность в твое сознание. Оно начало сдвигать точку зрения, твое вибрационное состояние. Теперь ты преднамеренно выбираешь свой фокус сознания. Ты стал мастером. Не жертвой, не рабом. Ты стал Богом, Творцом, тем, кто выбирает, ответственной частью творения, осознанной частью творения, агентом, свободным агентом творения.
и с тем, как ты продолжаешь владеть этой вибрацией. Как ты продолжаешь видеть больше картинок, которые приходят к тебе с этой реальностью. Ты начинаешь входить в поток сознания. Оно становится настолько первозданным, настолько ясным, настолько желаемым, настолько важным, что ты забываешь все остальное. И это начинает становиться частью тебя, твоим вибрационным полем. Нет больше различий между здесь и там. Здесь, сейчас, ты новый. Это сейчас ты новый. Сейчас. Это сейчас. Это твое бытие. Сейчас. Это слияние. Это союз. Объединение с вибрационным полем твоего выбора. Позволь себе дрейфовать в этом воображаемом мире, в этом воображаемом плане сознания. Позволь себе дрейфовать в нем. Чувствуй все детали. Чувствуй своим состоянием. Чувствуй своим телом. Чувствуй своим умом. Чувствуй своим взглядом. Чувствуй своим сознанием. Чувствуй своим обонянием. Чувствуй своими ушами. Чувствуй своим пространством. Кем ты являешься? Чувствуй легкость этого. Все настолько без усилий, потому что это настолько правда о тебе. Ты просто вспоминаешь больше, кем ты уже являешься. Поэтому это ощущается так приятно. Ты уже завершен. Все твои желания уже готовы для тебя. Ты просто увеличиваешь их, присоединяясь к ним. Ты ускоряешь манифестацию, становясь этим. Медитируй. Медитируй до тех пор, пока ты не станешь этим. И знай, что это очень быстро манифестируется в твой опыт. Тебе не надо переживать о семенах, которые ты посадил. Ты можешь просто переключиться в следующий. Самое приятное представляемое состояние сознания. Всегда позволяй творению делать свою работу. Не вмешивайся, не напрягайся, не доминируй, не контролируй окружение. Доминируй над своей вибрацией. Наполни свое пространство ею. Наполни себя. Наполни свое состояние сознания осознанной целью преднамеренного фокуса и представляемыми качествами. Замечай, насколько ты свободен. Твое сознание
не привязано к физическому фокусу. Оно может направляться туда, куда она хочет, и может сделать это более реальным, чем что бы то ни было. Это и есть самадхи. Это и есть союз. Стать одним с твоим объектом фокуса. Позволь своему вниманию быть гибким, податливым и подобно течению, как постоянный поток нефти, качающийся с насоса, а потом с другого насоса. Постоянное, тугое продолжение сознания, вливающееся в вибрационное состояние твоего желания, делающее это проживание чувствующимся абсолютно шикарным, зная, что ты достоин бесконечного творения, бесконечного удовлетворения, зная, что ты достоин бесконечной любви. Все качества, которые ты ищешь, уже присутствуют внутри твоего сознания, и ты позволяешь себе дрейфовать в них, как на серфинге, как серфер катается на волнах. Катайся на волнах своего сознания. Катайся на волнах своего экстаза, своего блаженства. Катайся на волнах приятных ощущений. С легкостью, с изящностью, с красотой, с уверенностью. Никогда не бери никаких подсказок, ни с чего, кроме своих собственных желаний. Чувствуй, как ты хочешь себя чувствовать. Не как ты должен себя чувствовать, а как ты хочешь себя чувствовать. Видь то, что ты хочешь видеть. Не то, что ты думаешь, ты должен видеть. Думай то, что ты хочешь думать. Не то, что ты думаешь, что ты должен думать. Стань осознанным творцом, а не неосознанным принимателем. Стань представителем творения, генератором. Никаких больше жертв. Только сознание, только намерение, только воображение, только то, что мы хотим. Только то, что мы хотим, мои дорогие. Только то, что мы хотим. Что мы хотим, должно быть, потому что оно уже есть. Это и есть причина, по которой мы хотим это. У нас есть эта сила. Будь вибрацией реальности, которую ты желаешь видеть, и позволь реальности отразить себя в короткое время. Знай, что она отразится. Тебе не надо думать, где и как. Твое высшее Я сделает это для тебя. О, как и где оно позаботится. Твоя единственная ответственность — это быть в воображаемом состоянии, в котором ты хочешь быть. Будь свободен из этого состояния. Будь счастливым из этого состояния. Будь осознанным из этого состояния.
Будь преднамеренным из этого состояния. Будь сильным и точным из этого состояния. Будь уверенным и спокойным из этого состояния. Будь уверенным в себе из этого состояния. Наивысшее мастерство — это когда ты меняешь свою потребность контролировать свое окружение на настоящую уверенность твоей выбранной чистоты. Вы мастера, вы просто не знали этого. Теперь вы знаете. Сделайте это уверенным. Сделайте это веселым. Сделайте это центральным. Так что вы сможете быть полезны себе и всем остальным себе. Услуга, радость. Если вы не радостные, вы не помогаете. Будьте радостными. Будьте радостными сначала, и все остальное проявится. Все остальное подстроится. Отношения, финансы, обстоятельства, динамика, состояние твоего мира, состояние коллективного сознания, состояние твоего правительства, все эти творения, все эти отражения того, кто вы есть, является глубоким отражением, кем ты выбрал быть. Поменяй, кем ты выбираешь быть, и все поменяется. Все эти вещи, без перемены даже одной маленькой вещи снаружи, без поднятия твоего пальца, ты поменяешь весь мир. Просто доминируй свое вибрационное состояние. И все. Это все, что тебе нужно делать. Это все. Все, что ты хотел делать с момента, когда ты пришел на эту землю. Ты хотел быть мастером своей вибрации. И теперь ты учишься делать это. Выбирай свой фокус. Развивай осознанный фокус. Истинный. Искренний. Желаемый фокус. Находись дольше в этом фокусе. Находись дольше в этом потоке своего выбора. Предпочтение — это хорошо. Будь предпочтением, которое ты хочешь быть. Накладывай свое предпочтение на все, что ты хочешь видеть. Видь только то, что ты хочешь видеть. Интерпретируй все только так, как ты хочешь интерпретировать это. Не совершай ошибок в этом. И ошибка — это когда ты не чувствуешь себя хорошо насчет чего угодно. Исправь это, сделав выбор думать о чем-то, что тебе приятно чувствовать. Поблагодари себя. Поблагодари себя, насколько ты осознанный. За то, что ты такой великолепный. За то, что ты возобновляешь мастерство и свободную волю. Будь влюблен в себя. Потому что все, что существует, уже влюблено в тебя. Ты единственный, кто не влюблен в себя пока. Стань еще более влюбленным в себя. Еще более влюбленным в себя. Еще более влюбленным в себя. Позволь всему к тебе приходить без усилий. Зачем бороться, когда ты можешь просто позволить себе быть в состоянии счастья и позволить Вселенной
отразить это тебе сиюминутно. Приобрети терпение. Никогда больше не ожидай ничего. Все, что ты хочешь, уже имеется в тебе. В пустоте, в которой ты можешь быть. Стань пустотой, что является пространством сознания. Выбирай желаемую чистоту. И вуаля, все уже начинает случаться для тебя.